принять желание участия в интерактиве, подойти к нашему марсианину. Итак, есть ли сибирчаки? Один нашелся, отлично. Поддержим его. Так, нам нужен второй человек. Куда ты денешься? Итак, мы начнем. Сейчас Марсианский паук покажет нам элемент, который вы должны повторить. Итак, внимание! Внимательно смотрим и... Оп! Это легко! Это, конечно же, была шутка. Теперь элемент попроще. Оп! Ну кто-то у нас не шутит совсем. Теперь элемент попроще. Для начала мы делаем джингу. Элемент из капоэры. Спасибо вам, ребята. И всем спасибо.